Итак, ребят, всем привет! И сегодня я вам покажу, как устанавливать игры на PSP эмулятор. Так вот, не будем долго медлить, сразу начинаем. Вот, например, я скачал игру. Вот она у меня уже распакована. Мы просто вот уже идем в саму игру, в сам PSP эмулятор непосредственно. Так, разрешить. Так, Open GLDS. Так. Быстрый рендеринг OpenGL. Так, ребят, играть это не знаю. Автопропуск кадров, ребят, включен. И вот здесь надо поставить 125% где-то. Так, 50, 80, 125. Вот. Здесь нужно поставить и здесь нужно поставить 125%. Так, 125, окей. Так. На экране решим 2HTTP, ребят, ставим 2HTTP и системная, ребят, еще нам нужна. Вот, надо PSP ставить модель 2000-3000. Вот. Ребят, дальше что мы делаем? Заходим в недо. А, забыл. Заходим, где у меня Download. У меня в Download просто лежит игра. Вот download. И вот она игра. Наша игра. И, ребят, давайте посмотрим, как у меня идет портал. Почему тут так мало карт, я не знаю. Но, ребят, давайте посмотрим. Так, звук тут, наверное, еще будет слишком громко. Потише. Так, окей, 10 секунд. Так, not found. Так, и какого черта фиксируем? Так, ребят, окей, теперь заходим. Так, сингл. Так, ребят. Надо было быстрее записать. Так, тут, ребят, не так. И вот, ребят, настроенный. Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы. Да, ребят, почему-то здесь все равно медленная обработка. Включите пропуск кадров. Так, ребят, давайте пока тогда включим пропуск кадров. Пропуск кадров 4, чтобы было по это. Да, ребят, игра начинает подлагивать, зато... Звук не будет перекрываться. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий и травм. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих... Давайте сделаем пропуск кадров 2. Держитесь дотрагиваться до чего бы то ни было вообще. Por favor, pardon, de falar, muchas gracias, de falar, gracias. Приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. Так, ребят, окей, отлично, портал нам открылся. Ребят, го. Ребят, это не прохождение портала, так как у нас довольно мало процентов. Я вам по-быстрому покажу пути, которые я вам хотел показать в прошлом видео. Давайте сразу, ребят, ставим игру на старт. Так, option. Ребят, go to console. И, ребят, смотрите, оказывается, очень много делать. Смотрите, оказывается, нужно писать команду через вот эту черточку надо писать команду. И, ребят, смотрите, оказывается, вот насколько я помню, потому что я очень давно не играл в Portal на PSP. Так, no. Да, ребят, все равно будет перекрываться. Так. О, да, вот он начал трек. Так, ребят, прописали команду на клип, теперь нажимаем вот сюда. И, ребят, смотрите. А. Большой файл. Погодите, ребят, на цели. Я, короче, ребят, я отдельно, наверное, консоли сделаю тогда.
но это будет попозже, потому что... Так, ребят, и как я узнал, надо брать предметы. Предмет надо брать просто вот так вот. Вот так, на R. Блин, я не помню, значит, легко-то прыгать. Так. А, вот их надо кнопку брать, я забыл. Их просто на клавишу вверх брать. Все, ребят. В принципе, задание пройдено. Обратите внимание на поле раскаленных вот частиц у выхода. Да, поле раскаленных частиц, которых у нас нет. Экспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный утяжеленный грузовой куб. Помните, на старых версиях, короче, этой карты, вот, игры? Так, ребят. Поместите экспериментальный утяжеленный грузовой куб на 1500 мегаваттную экспериментальную сверхпрочную сверхударную сверхкнопку. Сверхкнопку. Так, ребят, давайте теперь посмотрим, когда портал переместится туда. Так, это наш шанс, отлично. Мы переместились сюда. Теперь, ребят, надо вот этот куб. И, ребят, смотрите, небольшие читы. А, нет, не получается. Читы. Блин. Ну, так. Так, надо, чтобы сейчас сюда портал переместился. О, отлично, вылетаем сюда. Теперь надо... Ага, отлично, поехали. Теперь, ребят, смотрите, опускаем здесь куб. И, ребят, так, теперь. Сейчас надо вот посмотреть, ребят, я не помню, там... дальше есть ли даже один карты вроде бы? Или нет, я не помню. Так, теперь надо, чтобы здесь появился портал. Угу, спасибо. Теперь надо, чтобы здесь появился портал. Отлично. Так, отлично, ребят. И пройдем. Проходим дальше. Насколько я помню, там просто черная карта, да? Да, ребят, все просто чернота идет. И тут, то есть, как бы, дальше уже ничего нет, да. Как бы все, карта тут заканчивается. Да. В принципе, ребят, да, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.